20 лет тюрьмы. Такое наказание грозит наркодилеру из Москвы. Накануне его с поличным задержали в Нефтеюганском районе. Полицейские остановили автомобиль, и в машине под обшивкой пола нашли свертки с белым порошком. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Всего 18 килограммов. Этого могло хватить на 36 тысяч доз. Предположительно, с продажи подозреваемый мог получить 72 миллиона рублей. Ближайшие 2 месяца наркодилер проведет под арестом, пока следователи проводят проверку. За перевозку крупной партии синтетики москвичу грозит 20 лет тюрьмы.